там светофор красный отсекает поток. Здесь вроде бы много здесь. Движение очень плотное. Светофоры. Приеду к набережной, попробую там сделать видео, ну и стартовать. Thank you.
Поверните. Никак не могу пробиться. Маршрут перестроен. К реке. Через 200 метров поверните налево. Там еще дорога есть. Поверните налево.
Попробую пойду еще снять. Что получится, не знаю. Так. Режим записи. Вот. Китайский берег. Я проехал немного, ну, 1,5 километра по Благовещенску, чтобы заснять на видео китайскую сторону. Так. Набережная. Но российская сторона. Вот так вот переулками пробрался, насколько возможно было. От первоначальной точки отъехал где-то 1,5 километра, что дальше там тоже на том берегу ничего нет. Летишь-то куда? Ладно, куда тащит навигатор, туда поедем. Это город Благовещенск. Стараюсь выбраться на дорогу. Через 200 метров поверните налево. Ну и где же я тут? А, вон там, где велосипедист проехал. Спортивные площадки, детские уголки с разными качелями, детскими. Вот здесь можно было. Глянем на китайскую сторону. Маршрут перестроен. Динозаврик. Развернитесь. Женщина терпеливо ждала, пока я маневрируя, я ей махнул рукой, она ответила.
все-таки маловероятно. Да невероятно все. Так, ну что, Благовещенск мне понравился своей размеренностью, спокойствием, по крайней мере, той суеты, спешки, как, например, во Владивостоке, тут нет. Вступаем дорогу всем. Слева и справа. Никого нет. Там на светофоре все правильно. Поверните налево. Посмотрел я, по-моему, ничего особо такого привлекательного нет. Thank you.
Благовещенск. Километра. 3 километра. 15.
Благовещенск. Бензин не самый дешевый, дороги в хорошем состоянии, скажем так. Большой, красивый, спокойный город, как мне показалось. Проехав через город. Здорово отличается от Владивостока. Спокойное, размеренное движение по городу. Нет той суеты, спешки. На мой взгляд, это очень важно. Подавляющее большинство автомобилей праворульные.
Что такая? Поездка по городу. Я думаю, дала какое-то представление о городе, представление иметь будете. Еще раз скажу, что мне Благовещенск понравился. Своим спокойствием, своей размеренностью. Поверните направо. Нет суеты, спешки. Радиостанция, эфир пустой. По магазинам не ходил, денег уже нет. Судя по тому, что здесь автосалон, даже окраина города. Это окраина города. Но практически все автомобили, за редким исключением, праворульные. Минус. Так. Поверните налево. Прямо 28 километров. О, блин. Балбес.
пыльно, правда. Покинули Благовещенск. К сожалению, Эстеллы я не увидел. Свободный — это была развязка возле Целковского. Дорога идет. Посмотрим. Специально заезжаем.
отвечать не буду. Камеру налево. Потому что эта подсветка, она здорово раздражает меня, когда не картинку смотришь, а отражение в стекле, блин. Хороший город Благовещенск. Я там был впервые. Ну а до этого было такое негативное какое-то, с негативным оттенком.
информация об этом городе. Реальность показала, что вполне приличный, милый, главное, спокойный и не суетливый. Потрясающе красивая набережная. Вид на Китай. Навигатор проложил другой маршрут не по той дороге, по которой въезжал в Благовещенск. Сейчас не могу сказать, как называется, какой номер. Дорога должна выйти на Р-297. Если я правильно запомнил новую маркировку, федеральная трасса